Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите в прямом эфире «Лидеры общественного мнения» на канале АВТВ. Сегодняшний выпуск «Ломов» у нас состоится несколько в необычном, в непривычном для вас формате. У нас сегодня присутствует несколько гостей, и я уверена в том, что данная программа будет очень интересной, как обычно, и познавательной. Сегодня в выпуске «Ломов» мы будем с вами говорить о Ротари и Ротари-клуб в Молдове, о помощи социальных проектах, о помощи беженцев и так далее. Но для того, чтобы все узнать, еще много будет интересных фактов, смотрите нас до конца. И прежде чем представить моих сегодняшних гостей, я, как обычно, вам напоминаю о том, чтобы вы не забывали подписываться на наш канал. Кто это уже сделал, поддерживайте нас, ставим лайк, естественно, делимся нашими видео в социальных сетях. И напоминаю, что вы можете нас смотреть на каналах YouTube, Facebook, Telegram, как в прямом эфире, так и в записи. И друзья уже знают, наши подписчики, что в прямом эфире вы, конечно, можете задавать вопросы, которые мы адресуем нашим гостям. Итак, я вам представляю моих сегодняшних гостей. У нас сегодня в студии президент Ротари Клуб Кишинеу «Триумф» Александр Робу. Я вас приветствую, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. И еще одна гостья, соучредитель Ротари E-Club Moldova International Александрина Робу Чепой. Я вас приветствую, Александрина. Здравствуйте. Если я что-то напутала, да, вы в процессе уточните. Я вас благодарю за то, что вы нашли время прийти и поделиться с нашими зрителями, я так думаю, да, интересной информацией. Ну вот я первый свой вопрос, конечно, хочу адресовать вам, Александр. Есть такой вот у меня вопрос. Все-таки для многих зрителей это, наверное, будет интересно. Кто такие Ротари? Что это за Ротари-клуб? Как давно этот клуб у нас в Молдове присутствует? Да, какие цели? Вот я тут даже лозунг нашла. Общественное важнее личного. Да, да? Вот, пожалуйста, расскажите нам, поведайте. Добрый вечер, дорогие друзья. То, что о Ротари можно говорить много, потому что ассоциация Ротари Интернационал имеет больше 117 лет, основалась в 1905 году. Основатель Пол Харрис в Соединенных Штатах Америки. И вот с 1905 года до сегодняшнего дня работает, двигается и, самое главное, делает много-много проектов. Примерно в году в мире выполняется десятки тысяч проектов. О суммах поговорим немножко попозже. Как попала Ротари в Молдове в 1998 году? Значит, группа людей, они создали клуб, и вот с 1998 года до сегодняшнего дня, значит, движение Ротари находится в Молдове. Ротари-клуб «Кишинев-Триумф» — самый молодой клуб в Молдове. Имеет лишь 2 года. Но вот за эти 2 года мы сделали такие проекты, которые действительно почувствовали и школы, и медицинские учреждения, и сами убеженцы. Вот последний проект, который мы делали, попозже мы расскажем о наших проектах, но говорю, что в мире насчитывается примерно 1 420 000 членов ассоциации, Международной ассоциации Ротари Интернационал. А в Молдове сколько, вы говорите, вы молодой 8, клуб, вас да, 2 года самый, только? Самый молодой, угу. Мы насчитываем 25 человек. Значит, попасть в нашем клубе любой может, это открытая общественная организация. А буквально пару слов, каким способом можно, значит, попасть? Самым простым способом, но у нас попадают люди действительно эталона общества. Во-первых, они должны показать, что не то, что
они хотят делать, должны показать, что они уже делали. Действительно. Люди состоятельные, потому что у нас есть и, как называется, каждый год... Взносы. Они небольшие, но в любом случае для Молдовы примерно 4000 лея в год мы оплачиваем эти взносы. Взносы идут по... значит, в дистрикте, в Ротар Интернационал, и все на это обеспечение деятельности или куда-то собирается и выполняются определенные проекты. В основном проекты социальные. Немножко позже я расскажу о тех проектах, которые мы именно занимались вот лишь за два года. Но я в Ротаре не два года, 17 лет в этой движении. То есть это другой какой-то клуб, да? Да, я был в другом клубе, потом мы перешли, создали новый клуб. Этот так и развивается. В мире насчитывается примерно 35 тысяч клубов. Находятся они во всех 220 странах, практически по всему миру, эти клубы. Как говорил основатель движения Ротари, был Пол Харрис из Соединенных Штатов Америки. Александр, можно я вот сейчас адресую вопрос Александрине, да? Александрина, все-таки расскажите, пожалуйста, о деятельности и своего клуба, да? То есть у нас на слуху Ротари клуб, то есть мы думаем, это одна ассоциация, это одна организация, оказывается, это разные структуры. Вот ваши цели, да, ваши, в чем разница, если можно так выразиться? Спасибо большое за вопрос. Я еще хочу впервые сказать, что у нас не только что есть 8 клубов в Молдове, а еще есть и по возрастам. Есть интеракт, это значит, вот как бы ротари для детей с 12 до 18 лет. Я был президент, который была президент, который сделал этот клуб, первый клуб в Молдове. Интеракт. Потом есть ротаракт. Этот клуб для юных детей, людей, да, с 18 до 35. Это некая такая молодежная программа, да, поддержка. Вот расскажите далее, да, я сейчас, у меня в связи с этим вопрос один возник. И потом уже Ротари. Вот у нас Ротари Клуб Молдова Интернейшнл. И почему он так называется? Потому что мы члены из диаспоры. Мы члены с 8 стран. Вот я живу в Бельгии, я работаю на Европейском парламенте, и я могу сделать проекты и для Республики Молдова, потому что мы встречаемся через интернет. У нас вот в каждые 2 недели у нас есть встреча, там мы говорим про наших проектах. И что очень интересно, что мы в 8 вот стран, и мы можем делать со своими сторонами, мы можем помогать. То, что и вот наши партнеры... И вы внедряете эти проекты, да благодаря партнерам в Республике Молдова в том числе. Вот Ротари Клуб Триумф, один из наших друзей и партнеров, и мы делаем многие проекты вот вместе. Даже проект, который мы сделали, это наш последний проект для беженцев, мы сделали вот вместе, потому что я вице-президент ЖОН, это молодые антрепренеры с с Европейского Союза. У нас вот 1 000 000 членов, и наши партнеры с Испании, они очень были тронуты того, что вот случилось и случается сегодня, и мы хотели с беженцами, да, помочь. Поэтому наш тотальный проект, это очень большой проект, 50 фур уже были отправлены в Украине, в Молдове, в Польше, в Румынии. И вот 6 пришли в Молдове. Этот проект чуть ближе к половина миллиона евро. Весь стоимость проект. Примерно стоимость.
этого да, и да. Вот потому что я вот работаю на европейском структуре, у нас есть этот клуб в диаспоре, мы смогли все вместе поговорить и сделать этот проект. Поэтому я думаю, что это уже очень главный вопрос, чтобы люди с диаспоры тоже могли работать, участвовать, друг друга, помогать друг другу и помогать Республике Молдова. Вот это один пример, который очень много говорит. Вы знаете, Александрина, давайте, чтобы мы не перепрыгивали с одной темы на другую. Сейчас мы более подробно поговорим о помощи, поддержке украинских беженцев и в нашей стране. Я так понимаю, вы этим занимаетесь не только в Республике Молдова. Вы начали говорить о молодежных проектах. Да. Вот меня интересует, смотрите, сейчас какое огромное количество детей, молодых людей, да, которые заканчивают только лицеи, выезжают за границу, даже те, которые здесь обучались. Вот какие вы предлагаете, не знаю, возможности, да, какие у вас есть такие интересные проекты, которые могли бы удержать наших молодых людей в Республике Молдова, наше будущее, да, и связующий с этим вопрос. Больше информации давайте, потому что, по крайней мере, очень многие не знают о том, что существуют такие клубы, да, и такие организации молодежного толка. Вот да. Александрина расскажет про первого проекта, который она сделала вместе с Интерактом, вот то, что организовали концерт. У нас это молодежная организация, там тоже плюс-минус 20 членов, и есть очень многие, очень интересные проекты. Так что вот юноши могут очень хорошо развиваться. Не только, лидерство. Не только то, что вот поговорить с партнерами, сделать интернациональный проект. Вот у нас один проект, он выиграл третье место на европейском уровне. И это Браво. Был первый mm-hmm. раз в нашей истории. Там очень лидеры и думают всегда про очень интересных проектов. Вот один из них, это и один из первых проектов, который вот я сделала, когда я была президентом, это концерт, и мы сделали для детей, у которых не могут ограниченными возможностями. Да. Вот так. Угу. И мы купили, 20 аппаратов для них. И для нас, юных, нам было 19 лет, мы увидели, что мы можем делать 12, 13, 14. Делать дифференцию, что мы можем помогать. И вот этот был момент, когда я и мои друзья, мы поняли, потому что мы друзья тоже там, мы поняли, что мы можем очень много помогать, очень много поменять то, что нам не нравится. И я думаю, даже это очень-очень important, важно. Потому что я думаю, что лидерство и все, что вот эти человеческие отношения мы можем... Единомышленники, да, можно так выразиться? Да, можно с очень малого возраста развить. И поэтому все те, которые интересуются Ротарактом или Интерактом или Ротари, они могут нам написать, потому что это для нас очень интересно поговорить с новыми, чтобы у нас были новые члены, чтобы у нас были партнеры, если есть какие-то организации, чтобы у нас были волонтеры. Может быть, есть какой-то механизм внедрения, допустим, старшие классы лицеев, да, для того, чтобы заинтересовать молодежь, чтобы молодежь тут оставалась, училась в наших вузах, не уезжала за границу. Вот Интеракт, Интеракт, это значит для лицея, для, с 12 до 18, это и делают. Они едут в лицеях, они говорят про Ротари, про Интеракт, про Ротаракт. И я знаю очень интересные проекты, которые они сделали. Не только концерты, но тоже футбольные соревнования, волейбольные соревнования. Они
они поговорили с компанией. Вы знаете, это тоже очень интересно, когда ты очень... Тебе 13-14... Да, видишь, да, результат. И ты говоришь с звездой или с директором компании, и ты видишь, что вот есть очень положительные ответы, это очень помогает развиваться. Поэтому... Лидерство. Да, лидерство. И лидерство. И даже вот это... Вы знаете, мы делаем очень хорошие друзья на всю жизнь. Это тоже очень важно. И я думаю, что дети и юноши, если они будут вот члены организации или нашей, или других организаций, но это очень-очень помогает. То есть есть какая-то платформа, да, некая подушка, которая впоследствии дает толчок. А, потом, а потом они могут связаться с юноши со всего мира, потому что Interact, Rotaract тоже есть по всему миру. И вот, например, у нас недавно сейчас проект с лицея из Яловена. Они участвовали по использованию воды, качества воды, как с ним... Все про воду. Воду, правильно? Вода, да, естественно. Да. Значит, и вот участвовали в этом проекте, начиная от Молдовы, Румыния, Израиль, Соединенные Штаты Америки. Вот платформа, и вот они выходят и разговаривают между собой, как беседуют, тесное общение, какие идеи возникают. Да, и идеи и тому подобное. Вот, вот только завершился этот проект на основании лицея из Яловена. Если я тоже могу сказать, у нас есть очень интересные exchanges. Это значит обмен молодежи. Вот я была в Бразилии, я училась один год. В 12 классе вот я выиграла грант, да, и я ничего не платила, только вот дорогу. И это очень интересно. То есть такие возможности есть для наших. И еще, ну, если вот этот exchange, long-term exchange, это уже немножко потяжелее взять. Ну, есть short-term, это короткие промежуток. Я могу сказать, что все молодые ребята с Молдовы, они могут там написаться, многие могут даже выиграть этих. Там можно на две недели в Испании, или в Норвегии, или в Германии, в Италии, или во всей Европе. Александрина, где эту информацию можно почерпнуть? И, Александр, к вам такой же вопрос. Вот я готовясь к программе. В средствах массовой информации я практически ничего не нашла, ни о клубах, поэтому и спрашиваю, да, какая разница, что оказывается у нас есть молодежный клуб, молодежь об этом не знает вам по большей части. Плюс ко всему, так как у нас программа на русском языке, мы вещаем и для русскоязычных зрителей, да, которые опять-таки не могут эту информацию почерпнуть. Почему вы только в социальных сетях, да, вот я нашла вас только на одном из каналов, не будем рекламировать его. Вы знаете, в принципе, Rotary мало говорит, много делает. Вот это одно из наших лозунгов. А основной лозунг «Асерви май присус десине». Вот как переводится «Асерви май присус десине». Значит, мы делаем проекты, и через эти проекты мы показываем, потому что говорит много, это все научились. А вот что-то делать, показать, и меньше всего. Поэтому мы сначала делаем проект, а потом говорим о них. Вот сейчас я вам расскажу, наверняка продолжим про беженцев, но расскажу первый Global Grant, который интернациональный проект, который мы сделали совместно. Но я еще был в Rotary Club Moldova International, был тоже основатель этого клуба. Учитывая, что у меня экспириенция, опыт по движению Rotary, я был ответственен по созданию этого клуба, Rotary Club Moldova International. И вот первый Global Grant, когда началась пандемия в марте месяце, вот идея, чем мы можем помочь.
быстро определились, собрали примерно 1 миллион лея, и за счет этих денег мы снабжали 7 больниц из всей республики, в том числе Кишинев. Скорая помощь получила вот из нашего гранта. Этот проект был примерно в течение 3 месяцев. Мы написали этот проект, собрали деньги, купили то, что нужно по запросам вот этих 7 больниц, и раздали во время пандемии. Вот, это по всей республике, по всей республике, значит, 7 больниц, юг, север, центр. Угу. Мы обычно распределялись, чтобы охватила полностью география, в том числе и Кишиневе. Мы обычно работаем с теми клубами еще 7, значит, наш 8-й клуб, со всеми работаем. Значит, есть и в Сороке клуб, есть и в Кагуле клуб, есть и в Гагаузии, сейчас недавно создали, и 5 клубов в Кишиневе. Значит, конечно, те, которые в Сороке не имеют те возможности, то, что в Кишиневе, мы очень быстро, у нас очень сплощенные клубы, и очень быстро вместе с Ротари клуба, у них самая маленькая задача — не собирать деньги, а мы их внедряем. Не сказала бы, что маленькая. Собрать деньги тоже серьезная вещь. Очень тяжело. Господа уважаемые, я прошу прощения, Александрина, вот сейчас вы дополните, я просто хочу уже перевести нас в стезю, так сказать, программы помощи беженцам, да, из Украины, ну, в первую очередь, естественно. Да. Конкретно какие проекты вы внедряете, да, что вот чем вы занимаетесь, все ли клубы этим занимаются, пожалуйста. Да, я только хочу дополнить, сделать краткое дополнение. Если наши телезрители хотят увидеть информацию, они могут посмотреть на www.rotary2241.org. И там это наш дистрикт с Румынией, Республики Молдова, и там все вот проекты. Официальный сайт, официальный сайт. И там они могут увидеть и эти программы, которые я сказала про, для юношей. Все эти таборы. Лагеря, где они могут сделать аппликацию. Это, я думаю, что очень интересно для них. Безусловно, да, это очень важно. Значит, по беженцам. Конечно, война для всех это трагедия, в том числе и для Украины. Учитывая, что наша страна рядом с Украиной, конечно, первые дни войны все куда-то начали выезжать. Ну, наша граница большая с Украиной, очень большой поток через нашу Молдову. Они обычно 3-4-5 дней, потом продвигались дальше, но за эти 4-5 дней людей их надо было где-то поселить, кормить, одеть. Обычно эти беженцы выезжали, я очень часто встречались с ними, рассказывали, они выезжали с сумочкой, одеждой, то, что хватило. Да, это особенно первая волна. Первая волна. Началось. А вот именно как раз первая волна, и у нас получилась вот эта помощь, и действительно очень помогала. Значит, мы распределяли по всем центрам, они практически были по всем районам республики, в том числе и в Кишиневе очень много помощи мы распределяли. Есть конгресс Украины в Молдове, есть ассоциация украинцев в Молдове, которые тоже помогали. Можно я добавлю немножечко, да, с которой вы очень тесно сотрудничаете, да. Это ассоциация украинского движения в Молдове, да, летопись, и у нас была программа, даже не одна, а несколько программ с
президентом Зинаиды Гурской этой организации. Так вот, я хочу дополнить сейчас, вот, дорогие друзья, послушайте внимательно, будет одно мероприятие, очень значимое, очень важное, я бы даже сказала, 29 июля. Это праздник, называется День именин для детей-беженцев, которые находятся на территории Республики Молдова, начиная с первого дня войны, уже практически 5 месяцев, буквально через несколько дней. Дети, которые отмечали дни рождения на чужбине, которые отмечали дни рождения у нас в стране. И вот Ассоциация украинского движения в Молдове делает для детей такой праздник. Поэтому, если есть такое желание, возможность, поддержите, пожалуйста, данную ассоциацию. Информацию вы видите на своих экранах. Это контактные телефоны и адрес Штефана Челмари 200. В принципе, это центр беженцев. Мы не единожды об этом говорили. Все прекрасно знают, где это находится. Я вас благодарю. Продолжайте, пожалуйста, дальше. Да, то, что с госпожой Зинаидой мы очень часто встречались, мы им раздавали помощь, то, что мы получали, начиная с продуктов питания, кончая гигиенические средства для детей, для взрослых. Значит, у нас очень хорошее взаимоотношение с госпожой Зинаидой. Поэтому я думаю, что мы поможем 29-го и Ротари Клуб Молдова Интернационал, и Ротари Клуб Кишинев Триумф. Призываю всех остальных клубов, в том числе из Кишинева, и со всей республики. Я думаю, что госпожа Зинаида еще нам даст что купить, или деньги мы меньше всего даем, мы обычно даем продукты или что требуется. Помощь, для, то есть, что да, требуется, да, что необходимо, для детей. Продукты, медикаменты, не знаю, там. Для детей. В продолжении я вам говорю, что практически во всех районах мы помогали, но в основном у нас в Сороке говорят, что есть клуб Сорока, ротор-клуб Сорока, мы очень много помогали, а вот оттуда распределялись по всему району, они охватили и Фалешты, и Флорешты, вот практически все эти три района получали от Кишинева, и они раздавали. Мы были в Сороке вместе с нашим партнером из Испании, господин Альваро. Он сам присутствовал на распределении вот этого помощи. Вот видели, как люди действительно нуждались в этих продуктах, взяли интервью, рассказывали, поблагодарили действительно за ту помощь, которую мы оказали им. Александр, это очень ценно, да, то, что ваши партнеры из-за рубежа помогают вам в вашей деятельности здесь непосредственно в нашей стране по поддержке и нашей молодежи, и украинских беженцев, и непосредственно по различным другим социальным проектам, да, программам. Да, поэтому мы благодарим и организации жен Александрина, была одна из тем, которые направила вот этих 6 тиров в сторону Молдовы. Мы помогали по распределению. Практически мы выполняли очень большой объем работы, примерно 500 000 евро стоило эти примерно 120 тонн продукции, которые мы получали в этих машинах, в ТИР. Что сейчас мы делаем? Конечно, мы начали еще в 2021 году Global Grant, тоже международный проект по строительству блоков санитарии, туалетов в школах. Вот вроде кажется, это что очень востребовано, особенно на местах, вот конечно. Вот, Александр, ты занимаешься этим, не знаю. Идея была тоже от Ротари Клуб Молдова Интернационал. Вот женщина из Великобритании, по-моему, она подала идею. Потом эту идею мы обсуждали в клубе, потом выдвинули по всем нашим друзьям, обычно так помогаем. И вот этот проект Global Grant, или международный проект, собрали 90 уже
2000. Если первый 56 тысяч долларов, второй 93 тысячи долларов. И мы в Ипале строим в 12 школ. Выбрали 30, но собрали на... То есть там, где не хватает средств местных бюджетов, да. Да, где не хватает средств бюджетов правительства и так далее, вы помогаете. Мы то помогаем. Есть это социальные проекты, да. На которые тратятся деньги ваших организаций. Да, и вот сейчас мы шестая школа уже закончили, остались еще шесть школ. Начали мы уже внедрять этот проект с декабря 2021 года, и практически сейчас мы за полгода, за 7 месяцев выполнили 6. Mm-hmm. Каждый месяц мы выполняем по одной школе. В субботу мы едем в Миклеушино, едем, значит, как бы подвести итоги этого проекта для Миклеушино. Значит, получилось очень серьезный действительно проект. Представьте себе, вот когда мы показываем, что было до этого проекта, и что, как после, дети, да. Это очень большая разница. И действительно очень важный Вы проект. Делитесь информацией в Республике своей, Молдова, чтобы в Республике Молдова примерно 1200 школ, mm-hmm. по информации из Министерства образования. Примерно 300 школ не имеет вот эти туалеты внутри школы. Особенно в пандемии, представьте себе, что человек где-то идет и в холод, и в дождь, и тому, значит, на улице приходит, негде моет руки и тому подобное. Это, конечно, очень принципиальный вопрос. И мы сказали в некоторые передачи, мы участвовали, сказали, что это получается как красная лампочка, чтобы те, которые находятся в управлении государством, местные органы, чтобы задумались как быстрее. 21 век, чтобы не имели вот эти... Мы со своей стороны желаем успеха вам на этом поприще, потому что это очень востребованная деятельность. И я вот смотрю, у вас на столах какие-то интересные вымпелы. Вот у нас есть вымпелы, которые здесь описывается название клуба. Ротор-клуб «Чешинау Триумф». Я представляю, как основатели вот этого клуба, Александрина, фондатора Ротори Клуб Молдова Интернационал. При наших встречах, при всех встречах мы дарим этих, значит, вымпела для того, чтобы наши друзья вспоминали о нас и могли общаться с нами, может быть, какие-то вопросы и тому подобное. И дарим вас вот этот вымпел. Благодарим вас. После программы мы подарим нашему главному редактору эти вымпела. Я от лица нашего канала вас благодарю за очень интересное интервью, но у меня есть еще один небольшой вопрос, буквально несколько слов. Я не могу его не задать, потому что этот вопрос интересует не только меня. Вот когда говорят о такого рода, да, клуб, где-то какая-то завеса тайны, вас зачастую ассоциируют с промасонскими организациями, да, с какими-то тайными обществами. Пролейте, пожалуйста, свет вот на масоны вы или нет все-таки? Конечно, это ошибочное мнение общества. И больше всего те органы, которые руководят наше государство, и те телевидения, которые передают о нас. Я вам говорю, что это самые-самые настоящие декаритати. Качество? Не-не, каритати, как называется? Благотворительные общества. Мы выполняем, как я говорю, социальные проекты. Мы открыты. Значит, на наши заседания могут прийти даже любые извне присутствовать, потому что мы один раз в две недели, другие клубы один раз в неделю встречаются, ровно один час. У нас есть время, где встречаемся, время, ровно один час обсуждаем о проектах. Не обсуждая, у нас мы не имеем на уровне Ротори Интернационал права в этот час обсуждать политические вопросы и религиозные.
А почему? Потому что, я говорил, мы, значит, наши клубы находятся в 220 стран, каждая страна имеет свои религиозные обычаи, тому, поэтому мы эти два не то трогаем. То есть организация вне политики, вне подковерных игр, вне тайн. Да? Да, но открыты для любого, кто хочет действительно отдать от себя времени, средства, и получить в обратную, получить радости и умственную мерзость. Обратная связь, эмоциональная, позитивная энергия. У нас тоже есть члены многих партий, и поэтому тоже не говорится, чтобы мы были все друзья. Когда мы говорим про политику, всегда есть, вот, или про религию, есть множество... Вообще-то основа Ротари — это дружеские отношения. Там нельзя быть, знаете, значит, попасть в Ротари и быть... Желательно, какие-то... чтобы эта основа была не только в клубе Ротари, но и в других организациях, ассоциациях, и в обществе и так далее. Я вас благодарю, уважаемые друзья, господа, господин Александр, Александрина, за то, что вы пришли сегодня к нам на канал. Я надеюсь, нашим зрителям было интересно. И... Спасибо. Я надеюсь, мы в будущем увидимся. Я думаю, что уже большое спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, я вас благодарю за то, что вы были с нами. Напоминаю, поддерживайте нас, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Если вас интересует какая-то информация, которая по сегодняшней программе, вы можете обращаться на официальный сайт наших гостей и в редакцию нашего канала. Всего вам доброго, до новых встреч.